Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать механику игры, и на этот раз я вам объясню, как... Меня уже нападают. Как добывать камень, мой излюбленный способ, с максимальной быстрой скоростью. Для этого нам надо поставить сначала, естественно, каменоломню. Нам одной вполне достаточно, для примера. Но, в принципе, можно сколько угодно поставить, сколько поместится. Огораживаем всю каменоломню со всех сторон. Не в принципе камень, а именно каменоломню. Сейчас мои доблестные добытчики пройдут. Огораживаем каменоломню. И ставим вола. Ставим вола, и сейчас мы заметим то, что рабочий... Хорошие налоги? Рабочий каменоломни не будет ходить за камнем к сбору. У него камни сразу начинают появляться у самого. Прямо здесь. Как только они здесь появляются, сразу телепортируются вот сюда. Вот, в общем-то, один из примеров замечательной механики нашей с вами игры. Можно, естественно, добавить скорость, и я вам продемонстрирую, что они бываются вполне быстро, особенно когда их несколько, то есть вот камень появляется, и он сразу телепортируется сюда. Все очень просто. Так, меня уже тут, но об этом мы уже поговорим в следующей части.